Отмечу, что, безусловно, жизнь, к сожалению, может изобиловать самыми разными примерами, поэтому готовым надо быть к любой ситуации. И у нас на территории Оренбургской области проведение антитеррористических учений – это уже система. Вот отрабатывался вопрос эвакуации людей из зоны террористической деятельности. Кто будет автобусы представлять для эвакуации? Конечно, эти вопросы решает глава, в данном случае, муниципального образования, а мы координируем деятельность. Если вдруг сил района не хватает, то, соответственно, будут подключены силы другого муниципального образования. Кто обеспечит необходимые условия для деятельности специалистов медицины? Это тоже делает, соответственно, гражданская власть. Кто должен обеспечить, если потребуется питание, материально-технические вопросы? Тоже гражданская власть. Поэтому у каждого, конечно, свои вопросы. Конечно, представители областного правительства или муниципальной местной администрации, они не идут в бой на террористов, они занимаются своей работой, это дело профессионалов. Но, еще раз подчеркну, без координации деятельности гражданских структур со стороны органов власти антитеррористические вопросы решаться не могут.